Мужик проходит собеседование на должность помощника депутата. Девушка с отдела кадров спрашивает: «Ой, а вот здесь в анкете написано физические недостатки. Если не секрет, то какие?» Мужик: «Да понимаете, в армии служил, яйца оторвало». Она: «Да не переживайте, вы нас полностью устраиваете. Рабочий день у нас начинается с 8 утра до 5 вечера, поэтому жду вас завтра в 10 утра». Мужик: «Как в 10? Вы вроде сказали с 8 утра». «Уважаемый, это же Госдума! Здесь первые 2 часа все ходят, шляются, яйца чешут, поэтому вам здесь с утра делать нечего». Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.